Мы банда ненормальных. Я выстреливаю из мушкета. На тебе из пистоля. Ой, я лучше покушаю. Я забыл, как кушать. Нашел. Окей. Я что, байкер? Покажи мне. Куда ты, тормозной путь, вообще-то не очень. Тормозной путь, ты вообще не ок просто. Ай-яй-яй! Кто-то пошел. Кто такой Геннадий? Это Гриша. Гриша, ну и коданный на башне. Игорь, ты со-слоу просто. Ой, как меня подогрели сзади-то. Ребят, вы под кислотой. Мы над кислотой. Ребята, под кислотой. Вообще по-старски. Вот это оунж. Господи. Отошел на радь. Лен, убей меня. Да по мне нехерен стрелять. О! Да ты будешь дохнуть сегодня, нет? Кур, дохни! Убей их! Убей их! Убей! Кто там забаррикадировался? Сраная дверь! Да нет, у меня тачка недалеко, заспауненная, восстановленная, можно ее взять? Можно. Это какая-то уже победа. И фен убежал такой. Ну я тут увидел цистерну, канистру. Не смог пройти мимо. Теперь кто-то орет. Нифига себе, недалеко заспаунилась тачка. Вот. Не, она не заспаунилась, она, в смысле, когда я её восстановил, она здесь спаунит восстановленная тачка. А-а-а. Хоба! Хоба. Все такие на ходу просто вышли. Я... Что за фигня, я не могу сесть сюда машину. Как ты тоже давай иди. Сейчас я должен запечатлить. Это типа такая серьезная мафия, босс. Оп! Ну блин, катан. Опасно. Скажи, полево, Фен, Лен, Джеймс Норрингтон. Чёрт. Чё, какой Джеймс Норрингтон? Ты боишься смерти? Пока, хуй. Подобрать? Я ну, видимо, да. такую щелку просто убрал все там. Мне в надгонник. Так, не-не-не-не-не, мы-то туда не едем. Спокойно. Я дорожку зацепился. Боже. Я камень раздавил. Блин, урон против нежити. Где же моя Ну ладно, да. Мы поняли. Вердачок. Зато, кстати, машина починилась, и никто из нас не вывалится. Вам помочь, а? Это не может. У меня, если что, Крума тут. Ваня, в Крума. О, Крума. Куда вас везти теперь еще? Чё происходит? Чё за фигня? Это вообще чё за прикол? А, ну ладно, я хотел. Господи, угнали вообще мою тачку. Похери его.
Ты понимаешь, что я нормальное аниме смотрю, а не свинные тупые. Хентай — это не нормальное аниме. Если что? Енот, пора умирать. Где ты? Он уже умер. Блин! Кто выполнил мою работу, хватит. Вот, прости, я не хотел. Да-да. Ты тело опознай. Эндевор. Енот. Да, вроде это енот. Ой. Положи его на землю, я хотел ему тибэк сделать. Так, вон почти. Спасибо, Эндевор, что не дал мне. Ты же не дал ему сделать тибэк. Кстати, сейчас это смотрю черепах 2012 года. Ага. Это мультфильм. Там. Да, папа. Это мультфильм. Да. Трехмерный. Да, да, в меня стреляют. Я тоже трехмерную досмотрел третий сезон. А я только первый. Там, короче, на крайнем здании. А чё на крайнем-то? У меня чё крайний? Ну потом. Сука! Короче, на одной из башенок стоит кто-то и стреляет. Догадайтесь, кто это может быть? Мин стреляет. Снайпер. Это Фен! При этом он без модельки. У меня с моделькой. У меня моделька стоит. У меня Кортес. У меня он тоже с моделькой. Сука. У меня он вот этот тот самый. Безмодельный. Ай-яй-яй-яй-яй. Я, по-моему, коленями себе грудь пробил. Ну чё, столько-то пробил колени. Сука! Ой, алло, а у меня кинги. А у меня все логи записывают, кто кого убил. Пара-па-пара-па-па! Изи вин. Грациозная смерть. И кто... Играши в поле чудес. Украдите техникал. Так, и... Вот это был миллиметраж! Выйди на пляж, пожалуйста, посмотреть. Сейчас. Найду какой-нибудь выход. Своими новыми противотуманниками. Смотри, я призрачный гонщик. Блин. О! Лел. Так, а он. Ну ты предупреди, мы выпрыгнем с феном синхронно. Просто кое-кто налил клея на место Вани. Да что ж он так? Можно я его задавлю? Нет. Гуру тащил моего человека. Я первый схватил этого человека. Нет, это был мой человек. Это мой человек. Мой человек. Вот этот, дробовик. Покажи лицензию! Язык мой, моя лицензия! Что? Что? Вот сюда весу поподробнее, пожалуйста. Ну покажи язык тогда, что ли. Короче, хорошее собеседование. Язык мой пробейте, все такие, берем. Да, мы все туда на машинах поскакали. На менее пробиваем, на Сань. Вау! Шлюха! Блять! Отъебись! Рейзера стремительно накачивают гелием? Свинцов! Фу-фу-фу! Знаешь, это как собака такая, да? Король? Да. Такой. Нет, нет. Да, давай-ка ты без вот этого. Ага! Что? Что? Просто вот эту кнопочку. What? Белые полосы. Ой, теперь-то нас кто-то хочет ударить. Мужик, иди сюда. Да ты... Его машина сбила, я что-то... Нет, он просто походу увидел, что у меня оружие, и так... А, не бей меня.
Вообще, мне просто в этой точке говорят уйти от полиции. Ну, значит, стой здесь. Сейчас сначала будет. Уйти от полиции, а потом уже байк доставить. Я пока лампу разобью. Да, теперь есть точка. Теперь взрываем эти тачки. Господи! До сих пор те самые миссии проходят. О, и ты выжил. Меня даже не ранило! Ой. Эй, эй, стой, 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 Нет, на самом деле просто кто-то опять выпал. А-а-а. Да? Ну извините. Ну на этот раз водитель. Да, все нормально. Нет, ты эпичнее всего вышел. Так, ну где здесь портал? Там портал, вот. Что за херня? Мне написало то, что цена кольца, который я продаю, 1200. Я его продал, мне дали 800. Что за жопа? Это называется торг. Тактика, ой, не тактика. А, я ж вышел через этот портал. Genius! Кажется, Razer теперь не вернется. Да, мы сейчас что-нибудь ему откроем. Вылезем из этой задницы, например, сначала. А потом такие, хей, Razer, смотри. Ой, тут зомби. Хай Рейзер, смотри, тут зомби. Вы мне создали? Больно. Сейчас я открою. Я создал. Стойте, не закрывайте, не закрывайте. Стой, стой, я здесь, я здесь, вернись. Ты где? Я возле вас был, я вернулся к вам. В смысле, я ушел к тебе. Ой, все, господи. Ну мне нужно. Какая сложная игра. А, все, мы сели в лодку и таймер сдох. Нормально. Окей. Сколько мы потеряли? 1208. Короче, нет, 42 ксаря. 42. Ну, нет, нас там считайте 41. Вообще нормально. Считайте 41, потому что у меня на сдачу 927. Серьезно? Какой бежит за машиной? Пацаны, быстрее, нужна машина. Я поплыл так. А нельзя. Не получится, пацаны. Блин, она сейчас загорится и сдохнет. Блять, ну ёб твою мать. Ну говорю, нужна машина. Так где мы её сейчас достанем-то тебе? В это время суток. Всё, пиздец. С первого раза, поздравляю. Сань, чё ты не дальше меня укатился? Джеранимо! Привет, чуваки! А вы классно паркуетесь. Ещё бы! Это Террен! О, блядь! Не подхожу такой. Я не подойду. Ну я молодой типа. Что происходит? Сейчас я резину поцелую. Что же это может быть? Поздно. И ради бога, одевайте броники, как только вас... Какого хуя? Я говорил, стреляют больно. Нет, мне написали, что я сам себя убил. Эй, зачем ты убил сам себя? Ну, ты из чего вообще стреляешь? Гранатомета. Хватит трогать гранатомет, положь его на место. Тогда высока вероятность, что ты там себе под нос выстрелил. А ничего, что я не двигался с места. Нормально, не трогай больше гранатомет. С самого начала того, как я встал. Так
ты, может, первую гранату себе под ноги запустил, потом продолжил пальбу, а она полежала. Граната нормально вылетела, 11-я меня убила. Петро, спокойно, просто больше не трогай гранатомет. Да. Ладно, это... беру тяжелый пулемет, а вось так шансы больше. Мне кажется, теперь он нас перестреляет. Петь, возьми простой, не знаю, мушкет. Кстати. Ты чё, из него же я хедшотом сам себя убью? Гляди, ты с одного выстрела не сейчас. А зачем ты ему дорогу-то перекрываешь? Я не специально, я нажал на R1, а у меня, ой, на R2, у меня он не затормозил. Ой, блин, меня тут забивают. Саш, ты чё, потому что... Они сами. Господи! Добрый Липис. Это не я! Ваня, ради бога, скажи как-то. Сначала я достал гранатомёт. Петро, зачем... Нет, я слышал эту историю. Петро, зачем ты убил нас руками Феда?